Я – шеф-повар Сергей Мулаховский. Вегетарианская кухня – это вкусно, быстро и просто. Как 7 цветов радуги, как 7 музыкальных нот. Готовлю лобио с фундуком. Для этого мне понадобится непосредственно красная фасоль, фундук, лук, чеснок, гранат и прованские травы. Базилик, кинза, тимьян, розмарин. Время приготовления этого блюда 40 минут. Если вы предварительно замочили фасоль, то сварится за полчаса. На счет раз я поставлю варить красную фасоль и обжарю фундук. Залью ее кипятком. Выкладываю фундук на сковороду. Фундук я жарю без масла, абсолютно на сухую. Показатель того, что фундук готов, у него начнет отставать его чешуя. Фасоль будет вариться не менее 40 минут. Показатель того, что фасоль уже готова, слабые зерна начнут лопаться, и это значит, что ее пора снимать. Варю ее в подсоленной воде. На счет 2 я приготовлю чесночную воду. Почищу приличное количество чеснока. Почему я говорю приличное количество? Потому что в лобио хороший пикантный вкус чеснока. Режу чеснок мелко. Очень мелко. В кашицу. Чуть-чуть солю. И заливаю кипятком. Чеснок мой свежий отдаст всю свою чесночность и фитонциды в воду. И воду мы будем использовать также, ни в коем случае не сливать. Для приготовления лобио нам нужна именно чесночная вода. На счет 3 отварную фасоль я переберу на целые бобы и на уже лопнувшие. Лопнувшие мне понадобятся для приготовления соуса, а целые пойдут в лобио для красоты. Процесс непростой, нужен навык. Лобио называют грузины. Армяне почему-то считают, что придумали они, и называют это блюдо лоби. И никак иначе. Бобы разделились фасолевые у меня на 2 лагеря. Одни, которые сдались при варке, а другие совсем целехонькие и красивые. На счет 4 я приготовлю соус. Фасоль. Посолю. Положу уже обжаренный фундук. Чесночную воду. Масло. Порежу немножко жгучего перца. Покидаю листики прованских трав. Базилик, розмарин, ну и, конечно же, любимую сестру кинзу. Все продукты у меня на соус в блендере. Теперь его взобью в течение 2-3 минут до состояния крема. На счет 5 я подружу соус из фасоли непосредственно с фасолью. Сделаю это один к одному. Одна часть фасоли, одна часть вкусного орехового соуса.
И, так скажем, пусть мое лобио само в себе и настоится. Буквально 3 минутки. На счет 6 я очищаю гранат на украшение. Вскрываю крышку граната. Потом визуально ищу соединение. Это перегородки, так называемые, которые держат сам гранат. Надрезаю кожицу. Итак, получается. Понадобится мне гранатовые зернышки совсем немножко. Они придадут моему лобио интересный сладковатый привкус. Вкусное сочетание бобовых, орехового соуса и гранатовых зерен. Этого мне достаточно. На счет 7 я сервирую свое лобио. Выкладываю лобио в пиалу, либо глубокую тарелочку. Помните, что лобио – сытное блюдо. На порцию достаточно 150 грамм. Посыпаю гранатовыми зернами. Немножко сухой паприки. Листики кинзы. Веточка свежего тимьяна. У всех вкусы разные. Я уважаю ваш лобио с фундуком. К вашему столу. Приятного аппетита!